В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличены единовременные выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. В общей сложности заключившие контракт получат 1 205 000 рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Конечно, стоит. Есть уже на нашей земле, деваться-то уже некуда. Парням могу пожелать только удачи, чтобы они их разбили, противника. Все. Больше здесь особо не пожелаешь.